Всем привет! Сегодня мы находимся в очень хорошем стрелковом тире «Гепард», находящемся в центре Москвы. Меня зовут Марат Сутаев, если кто не знает. В сегодняшнем ролике хотелось бы рассказать о стрельбе одной рукой. Так как иногда вижу неправильную стрельбу, и вот хотелось бы подсказать. Так, под огнем. Стреляя одной рукой, вторую руку нужно держать на груди, жестко. Она не должна болтаться. Не должна болтаться рядом. В принципе, за поясом тоже не так удобно. Самое удобное, когда рука находится здесь. То есть, вот так. Далее. Далее. Как мы передаем оружие с левой руки в правую руку? После выстрела, делая выстрел, убираем палец контрольный, подтягиваем оружие к себе, берем его левой, вот так вот. И убираем левую опять-таки к центру груди. И уже производим левой рукой. Также убираем вот палец, это если с той стороны смотреть, подтягиваем оружие к себе, берем правой рукой, левую руку опять прижимаем. Вот таким образом. Для чего, мы это делаем? Если смотреть со стороны спортсменов, то болтающаяся расслабленная одна рука не дает нормально напрячься правой руке. То есть или надо обе напрячь, или обе расслабить. Вот так. Если мы смотрим со стороны военнослужащих, то мы сразу три задачи убиваем. То есть обе руки у нас напряжены. Это раз. Эта болтающаяся рука у военнослужащих может быть повреждена. То есть силуэт больше дает, зона стрельбы увеличивается. И третье, держа руку здесь, военнослужащий защищает свои, ну, так сказать, сердце, легкие от попадания пули. Это очень важно, допустим, ну, в некоторых случаях для сотрудников, у кого нет пистолета, очень важно держать ее здесь. Пуля, пробив руку, потеряет всю кинетическую энергию для проникновения дальше. Поэтому только вот так. Поэтому всем спасибо. Понравилось, подписывайтесь.